Зачем ты в школу ходишь? Нужно учиться. Высота 1.10 метра, с мальчики оценка 3. Поехали. Ну, я хожу в школу, чтобы получать знания. Школа в какой-то степени может направлять, вот, и она может помогать как бы понять, какие у тебя способности, и школа нужна для того, чтобы научиться общаться вообще со всеми людьми и понять, как нужно устраивать взаимоотношения. Я хожу в школу, чтобы общаться со сверстниками. Также школа помогает нам определять свой дальний путь. Ну, большинство, чтобы общаться с сверстниками, находить друзей. Работать, хожу работать, общаться с людьми. Общение с людьми – это очень важно, очень нужно для меня. Ну, если я хочу стать физиком, открыть какие-то формулы, то мне нужна физика. Я хочу стать инженером. Мне нужна математика, информатика. А остальные уроки тоже нужны. Если я хочу стать инженером, то это не значит, что мне надо только математика и информатика. Инженер-механик. Сделать машины или компьютеры в колледж. Ну, пока не выбрал какой. Думаю. Чтобы получить нормальное образование, получать высокую зарплату. Хотите правду? Хочу правду. Давай. Я хожу в школу, потому что меня заставляют. Мне тут нечего делать такому умному чуваку, как я. Просто заставляют меня ходить в школу. А что, ты такой умный, что ли? Да, умный. А он что, умный такой? Да нет. Что сказал? Уходим после 9-го. Все тут почти. Ты тоже уходишь после 9-го? Что будешь делать-то? Куда? С компами работать. Учиться буду. Куда? А ты еще не выбрал? Не знаю, что пока в колледж, может быть, пойду. Сначала в колледж, потом в институт, да? Да. Зачем ты в школу-то ходишь? Ну, чтобы узнать о жизни побольше. Чтобы узнать людей, узнать, что они думают. А что ты тут узнаешь? Ну, допустим, его. Его интересы, его привычки. Учиться, ну, точнее, чтобы получить образование, взять, ну, пойти на работу. Без образования же не возьмут. Моя мотивация – получить высшее образование и пойти на лучшее. Профессию, на работу, не знаю. Я пойду в 10 класс, потом в 11, потом уже решу, куда поступить. Я не решил, куда идти после 9, поэтому я остаюсь в 10. Ну и родители говорят, что лучше пойти после 11. Вот. Поэтому я думаю, после 11. Здесь предлагается физико-математический профиль, предлагается социально-экономический профиль, либо обычный универсальный класс. То сдается, соответственно, ЕГЭ физика однозначно, и увеличиваются часы физики и математики. Мы еще не приняли решение. Трудно с колледжем. Я думала пойти в Интерполис колледж, школу полиции, или в МЧС, спасательный колледж. Я в кулинарный поступлю. На технико-технолога общественного питания. Спасибо. Все. А почему? Не знаю, просто нравится готовить и связано с подготовкой. Чтобы нам определиться, в какой отрасли права мы отнесем уголовно-правовые отношения. И мужчина должен быть немногословный. Соответственно, помните? Подлепка, операция, кооперация. Это объединение. Вот, видите? Вот там историческое значение этого слова. Уголовный кодекс. УКР. УКР. Это КХ, да? Значит, общее определение. Записано. Установление уголовно-правового запрета, регулятивные уголовно-правовые отношения. Как же думаете, что это такое? Гражданское. Гражданское. Умничка.
Молодцы. Наша сегодняшняя тема. Какой робот? Уголовный. А у Достоевского выступление, когда они в них... Обязательно мы вас с вами рассматривали статьи, что сначала идет описание, а потом идут санкции. Вначале. Почему? Все тут сумма прошла. А ты понимаешь? Нет. У нас же должно быть это. Посиди с ним, и поймешь. Я понял, да, знаю. Может, ты это ли? Соответственно, ну то есть соответствует, допустим, если кто-то пригрозил кулаком, а ты взял в него и выстрелил, то это уже не превышение обороны. Значит, Игорь хотел сказать слово необходимое, да? Необходимое. Сверимся. Ну, вы молодцы, Борис, но основную суть поняли, да? То есть из определения, что самые тяжкие. Блин, не видно. Вины, гуманизма, равенства. Да, как бы есть. Скажи юридический термин. Мораторий на смертную казнь. Общаться с друзьями и, конечно же, получать новые знания. Учителя нам объясняют разные теории, чтобы мы могли понять и использовать это в будущем на своих работах. Ухожу в колледж. Политехнический имени Петра Великого. На какую специальность? Строитель. Легче так. Сначала из колледжа и в институт. Сразу же потом. Легче так. Как ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет? Не знаю. Есть много шансов предположить, ну, тебе человека, который будет... Тебе будет 20. Нормально. Ну да, будет 20, я думаю, работать буду или учиться. Я? Строителем? Строителем, что еще? Что будешь строить? Дома? Какие? Жилые. Скамейки, платформы деревянные делал, работу бензопилой, то есть инструментами умею пользоваться. Поэтому считаю, что я могу строить дома спокойно. Так, Денис, теперь тебе надо вопросы задавать. Кем ты будешь через 5 лет? Бомжом. Человеком. Это очевидные вещи. Ты не выдержал. Нормально, правда. Ну, человеком. Ну, кем еще быть? Животным. Что ты будешь делать через 5 лет, допустим? Работать. Сколько денег будешь зарабатывать? Меньше ляма не бери. Только бакинских рублей говорю. Ну, поживем, видим. Ну, в скором времени я буду бизнесменом, будет свой автосалон BMW на Рублевке. Ну, мечтать не умею. Че он сказал? Анна Владимировна нам рассказывала, что у нее был одноклассник, который учился на одни тройки и двойки. Вот, и ему дали аттестат, вот, просто чтобы он ушел. И в итоге Анна Владимировна сказала, что у него сейчас свой завод, не завод, а автосервис. Он учился на тройке, ну то есть как и я. Я иду в Москву, технический колледж на моториста-машиниста. И пару лет хочу уходить, чисто на кораблях ходить. А потом как-то приехать и свою жизнь построить уже с семьей. Потому что если я буду постоянно ходить на кораблях, я семью не построю на суше. Пару лет схожу, лет 5, похожу на кораблях, заработаю денег, и когда уже на суше буду, заведу семью и найду уже работу, денег на суше. Межвидовые взаимоотношения – это система. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я сейчас вывожу. Растения – растения, животные – животные, гриб – растения. Ну-ка, симбиоз. Будьте добры, записали тему урока. Давайте посмотрим на экран и увидим вот такую схему. Табличку при помощи карандаша и линейки принесите себе в тетрадь. Меньше время будет учить дома. Так, есть? Нет. Поторопитесь.
запишем определение, что такое кооперация. Именно с биологической точки зрения. Посмотрите, пожалуйста. Польза кому? И бактериям кишечным, да, и корове. Туда ее это. Ага, синюю пасту пиши. Ладно. То есть мы еще и параллельно читаем, да, записки Шерлока Холмса. Я понимаю, что вы не Юлий Цезарь. Давай мы это уберем. Хорошо? Я три вещи в одну могу делать. Я не спорю, но у меня на уроке я прошу делать одну. Ладно? Вот дома ты делай хоть пять, если можешь. Ага. Правильно. Кристина, держи это перед собой, запомнишь. Молодец, умница. Угу. Вот так, сядь, пожалуйста. Вот так. Вот так. Во, упор. И в следующий раз ручку синюю. Хорошо? Давай. Так. Тетрадку разверни. Что ты портишь-то? Вот и все. Смотри, она у тебя уже вся вон и так разваливается. Вот и все. Ну, обратите внимание, какая огромная акула, какие маленькие рыбы прилипала. Много ли ей надо? Нахлебник. Мы знаем, это тот, кто не работает, а ест. Вот сейчас мы на это и посмотрим. Кто ж такие на хлеб? Впереди акулы плывут рыбы-лоцманы. И акула их не трогает. Вы знаете, я думаю, что мне очень повезло с этим классом. Я действительно к ним приросла душой. Мне всегда приятно приходить к ним, видеть их, общаться с ними, где-то поругать. Но мне нравится, что они вот такие открытые. Они, может быть, не очень активные, в плане какой-то, да, общественной деятельности, какой-то вот участия в школьной жизни в этом плане. Но вот они такие родные, а когда родные, то принимаешь их такими, какие они есть. И я очень хочу, чтобы они в первую очередь были хорошими людьми. А я вижу, что они могут быть такими. И если говорить про каждого, то в каждом есть вот что-то такое, что мне нравится. Но это вот о общечеловеческих ценностях. Мы об этом всегда с ними говорим на литературе, и поэтому они должны понимать, что это такое общечеловеческие ценности. Ну, а если о пожеланиях? Можно о пожеланиях? Помимо вот этой человечности, да, хотелось бы, чтобы они выбрали ту профессию, которая будет приносить им радость, и чтобы они не ошиблись в выборе своего профессионального пути. Очень хотелось бы, чтобы они никогда не обижали своих родителей, потому что родители – это, наверное, самые близкие люди, и нужно их беречь. Также хочется, чтобы не забывали школу и учителей, которые их учили. Никто из учителей не желает ребятам зла. Все хотят дать им что-то важное, ценное. Хотелось бы, чтобы они об этом помнили. Ну вот, если коротко, то так. Есть вопросы ко мне? Нет. Все, до свидания. Вопросов нет. А у советов нет ответов. Все. Здравствуйте. Здравствуйте.